Новый поворот в конфликте Крутого и Вайкуля. В свежем интервью Игорь Крутой представил свою версию конфликта с Лаймой Вайкуля. Продюсер дал понять, что певица подложила ему свинью. Та отреагировала на слова музыканта. В интервью изданию «Аргументы и факты» Игорь Крутой рассказал, что вел переговоры о возвращении конкурса «Новая волна» в Юрмалу, но в те самые сроки Лайма Вайкуля организовала фестиваль «Рандеву». По мнению композитора, с ее стороны это было не очень порядочно. Артистка прокомментировала его слова: она выступила за возвращение конкурса «Крутого» в Юрмалу. Я удивлена этому высказыванию Игоря. Я много лет выступала на «Новой волне», и мне очень нравился этот конкурс. Я хочу, чтобы он вернулся. Не понимаю, почему не может быть два фестиваля. У нас все лето они проходят в Юрмале. Я была бы счастлива, если было бы два фестиваля, призналась Вайкуля. Она подчеркнула, что у них с продюсером совсем разные мероприятия по тематике. У Игоря – конкурс, а у меня – фестиваль. Мы друг другу не мешаем, они совершенно разные. Я очень люблю Игоря и очень хорошо отношусь к «Новой волне». В Юрмале он был к месту, тут столько русскоговорящей публики. Цитирует артистку РИА Новости. О конфликте Вайкуля и Крутого не говорилось открыто до тех пор, пока певица в интервью не заявила, что продюсер обижается на нее несправедливо. Дескать, город предложил. Не сама придумала. Публикация фотографий из Инстаграм. И вот Крутой представил свою версию событий. Он дал понять, что Вайкуля ему буквально подложила свинью. Продюсер заявил, что артистка лукавит. Якобы в 2015 году велись переговоры о возвращении «Новой волны» в Юрмалу, причем на самом высоком уровне. Однако подсуетилась Лайма Вайкуля. В это время, в сроки, когда должна была пройти «Новая волна», Лайма делает свой фестиваль «Рандеву», показывая тем самым, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, бог ей судья, заключил Игорь Крутой. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Одинокую Седокову застукали с молодым женатиком. Это навсегда. Потерявший от любви голову Богомолов сделал смелое признание. Семье Миддлтон пришлось отдуваться из-за скандальной выходки Марка. И многое другое.